Привет всем, кто продолжает играть в Клондайк. Привет, друзья! С вами, как обычно, Юрус, и встречайте очередное обновление в игре. Новая временная локация Кеннельвиль ждет нас впереди, и там нам нужно будет помочь зоологу Альберту завершить постройку ветеринарной лечебницы. Также будем прогонять каких-то бандитов и попытаемся вылечить собаку нашей давней знакомой Корианки. Узнайте, кто был главным у бандитов, а также спасите собаку Корианки. Ну, задание попозже посмотрим. Полетели на локацию Кеннельвиль. Прилетаем и 70 энергии сразу получаем. Можно вот так, даже не копая локацию, просто поехать добавить себе 70 энергии. Альберта встречаем. Он местный зоолог и рассказывает о том, что его караван с лекарствами был разграблен, лекарства похищены, и он не может продолжать постройку ветеринарной клиники. Вот такая локация, вроде бы небольшая, но позже посмотрим, что по энергетикам там будет происходить, что потребуется на полную расчистку. 4 подарка за расчистку, в последнем собака. Починить разграбленный караван, одно еще микрозадание, а также восстановить все нефтяные вышки. Вышки позже найдем, выгружаем все и смотрим первое задание. Найти тренировочную базу какую-то. Давайте начинать копать. Мы находимся в пустыне. Здесь кругом песок, какие-то пальмы растут пустынные. Ну и очень быстро находим то место, где находится тренировочная база. Вот он, наш друг Альберт встречает и говорит, что вот именно здесь он хочет построить ветеринарную клинику. Но тут подбегает Корианка, сообщает о том, что ее собака заболела. И нам теперь нужно каким-то образом сначала построить ветеринарную лечебницу. Сухой брус и прочная черепица необходимы для этого. Мастерская вот еще имеется. Шумных патронов можно создать огромное количество, но я их обычно не использую. Всегда пытаюсь напарнику в помощь бандитов ставить. Песчаная смесь необходима. Еще что-то будем делать. Ну, давайте по ходу уже будем разбираться. Собрать доски, собрать кирпичи и также краска еще нужна. Ну, куда-то нужно идти. Завалы не дают сюда пройти, значит, идем в другую сторону. Несколько завалов опять же будем находить, и они будут открывать проход в следующую какую-то новую часть локации. Вот он, разграбленный караван. Его нужно будет починить, используя 6 ремкомплектов. Ремкомплекты будем находить в каких-то прочных сундуках. Об этом опять же немного позже узнаем. Погнали копать, ну и вот такие пустынные объекты предстоит вырубать нам в большом достаточно количестве, и находим один из ящиков. 3 ящика нужно с краской, 3 с досками и 3 с кирпичами. Они будут находиться вот на этом участке карты, который ограничивается с одной стороны забором, с другой стороны река, и поэтому в принципе ничего сложного в этом задании не будет. Просто данный участок территории открываем, расчищаем и постепенно находим все сундуки. Вот он еще один открываем, ну и придется куда-то, наверное, в верхний угол теперь постепенно продвигаться. Пустынные деревья на 55, их много здесь вот наставили. И также больших тоже на 55 шаров понатыкали от души. И кроме них еще можете видеть, что столбы земляные появляются периодически. Ну и нефтяные вышки, вот так они выглядят. Вроде бы такие же ингредиенты, как обычно. Но там на одной из стадий поменяли каркасы, поменяли на станковые ремни. Надо быть повнимательнее, потому что в описании немного другие компоненты. Поэтому, ну, посмотрите позже, покажу, как она строится, эта вышка, и можно будет завести какое-то количество нефти наделать. Еще одна вышка открывается, ну и здесь вот в этом месте больше ничего нет. Один ящик где-то спрятался уже открытый, но вот так не видно его за этими деревьями, которые на 55, они веером вот таким своеобразным закрывают карту. И приходится искать вот таким образом, иногда нам показывают, где эти ящики находятся. Помощь набирается очень быстро, учитывая, что вырубать достаточно много здесь нужно. Ну и сейчас 2 ящика всего остаются, конечно же, мы их найдем. Один, вот он появился, что сейчас будет выпадать из него? Доски. Ну и последнее задание, последнюю часть задания нужно выполнить, обнаружив всего лишь последний ящик с кирпичами уже.
Задание выполняется, смотрим, что дальше. Построить мостик тренировочный, тренировочный барьер и колесо. Но где это, опять же, нам не показывают. Идем в нижнюю часть карты, завал, открываем еще один. И смотрите, вот такая симпатичная поляна, на ней собаки гуляют. И можно сразу, используя все те ресурсы, которые были найдены в ящиках, использовать для строительства тренировочных площадок. Все происходит прекрасно и быстро. Корианка и Альберт встречают нас и говорят, что лекарства до сих пор не найдены. Поэтому придется нам теперь искать бандитов. Найти бандитов на локации Кеннельвиль. Где они находятся, показывают. Придется еще один завал на 50 разбить. И открывается кусок территории, часть территории, на которой мы находим одного из бандитов. Он рассказывает, что его бросили, ногу повредил, он не смог убегать вместе с остальными. Ну и мы его, так сказать, немного пытаем. Он рассказывает о том, что заказчиком был, оказывается, Хитрус. Хитрус, который на многих локациях нам встречается периодически, и он, это именно он был, заказал вот это похищение каравана. Лекарство, как мы чуть позже узнаем, он хотел просто перепродать по неимоверной какой-то цене. Вот так решил немного вот подзаработать. Но, естественно, ничего у него не получится. Очень скоро узнаем, как мы разберемся с этим самым Хитрусом. Теперь нам нужно пятерых бандитов обезоружить, можно сказать. Ставим их в помощь. И пока напарник вот будет этих бандитов прогонять, постепенно подчищаем еще небольшой участок территории. Второй бандит найден, тоже его в помощь поставим и немного подчистим камни, которые здесь в изобилии на этой локации разработчики нам натолкали. Камней полно, много также угля и глины. Глина на 165 и даже на 180. Сейчас немного позже увидим карту сверху и посмотрите, сколько в конце нужно будет больших объектов разбить, чтобы локацию все-таки полностью дочистить. Убегают два бандита, ну и дальше, чтобы пройти, нужно опять же сколько-то камней разбить, найти еще троих бандитов и также прогнать, ставим в помощь, все в принципе повторяется. Ну и за то время, пока напарник разбивает, опять же продолжаем подчищать немного территорию. Проходится в квесты очень даже быстро, поэтому я вроде бы сел за пару часов, все пробежал и потом уже вечером сидел просто с видео ковырялся. Ну, достаточно долго, наснималось по времени много, и пока повырезаешь, вроде бы уже и день прошел. Поэтому локация вроде бы простенькая, но сейчас увидите, что в конце все-таки там камней 40, если не больше, было больших. Ну, камней, глины, руды на 120 и на 180 там тоже довольно много поставили еще глины. Вот такая синяя глина. Сейчас мы ее очень скоро найдем. И она аж на 180. Хотя по количеству глины я бы не сказал, что ее очень даже много. Ну и последний бандит убегает. Задание с бандитами выполнено. Теперь смотрим, что следующее. Место встречи злодеев нужно отыскать. И оно находится совсем рядом. На 45 еще один завал. Разбиваем. И смотрите, кого мы здесь встречаем. Хитрус, он, как всегда, самодовольно выглядит и говорит, что я продать хотел лекарство, и вы меня не остановите. Пистолетом угрожает Альберту, но Альберт его пугает собаками, говорит, что ты не успеешь, скорее всего, всех собак расстрелять, когда они на тебя набросятся. Естественно, Хитрус испугался, убежал, и нам теперь нужно собирать древесину и пустынный какой-то песок еще. Сейчас узнаем, где это будет происходить. Ну, вот два куска всего лишь не расчищены, сюда не пускают. Ну, значит, идем в верхнюю часть, в левую верхнюю часть. 45, очередной завал разбиваем. И уже начинаем расчищать тот участок карты, где будем находить вот такие пустынные дубы. А также песок еще обрабатывать и разбивать. Какие-то кучки будем тоже находить. Идем дальше. Одно дерево разбито, древесина из него выпадает. Но вот такие деревья на 90 тоже мешаются достаточно сильно. Приходится их постепенно тоже вырубать, подчищать. И дальше продвигаемся тоже и находим наконец-то вот он пустынный песок. Но первый я так разбил, что через мышку все улетело. Не видно было, что это такое. Сейчас еще один. Когда найдем, посмотрим, как же он выглядит. Вот опять помощь набирается. Да, приходится небольшую паузу делать.
и пустынный песок на 30 разбиваем. Из него какие-то непонятные мешочки такие завязанные с песком выпадают. А также находим еще один крепкий ящик, из которого выпадают ремкомплекты. Дерево находим, разбиваем, из него стекляшки выпадают из коллекции, которую можно поменять на железо, довольно редкая коллекция. И дальше идем, ищем, еще у нас остался, значит, где-то песок. Но вот в этой стороне не пройти, здесь очень много больших камней и глины наставили. Скорее всего, придется где-то вот в неоткрытой части этого куска территории поискать. И, естественно, находим пустынный песок, последний. Разбиваем, мешочки улетают на склад с элементами коллекции. И задание, естественно, выполняется. Создать сухой брус, создать прочную черепицу, а потом уже лечебницу восстановить. Ну и все. В принципе, нужно теперь только отправиться в мастерскую, сделать брус и черепицу, и потом уже можно спокойно отправляться починить или построить, завершить, вот надо, строительство ветеринарной лечебницы. Применяем сухой брус и черепицу, задание выполнено. Но Альберт теперь говорит, что он, в принципе, начал уже лекарства изготавливать, но не хватает одного природного компонента. Корианка беспокоится, все ли будет в порядке с ее собакой. И нужно теперь найти этот последний ингредиент, а потом уже микстуру сделать и вылечить собаку Корианки, которую зовут Уголек. Иглы кактуса придется где-то собирать теперь нам, чтобы сделать микстуру. Ну, естественно, это будет происходить на том участке карты, которая еще пока не открыта. Расчищаем облака, и вот вроде маленький такой клочок, но здесь очень сложно как-то все происходило. Кактусы находим, они на иголке разлетаются, какие-то там коллекции еще выпадают. Но вот здесь 55-х шаров, они вот в изобилии, опять же, натолкали разработчики, и вокруг них приходится как-то плясать, пытаться пройти еще и мимо больших камней. И вот так постепенно, все-таки разбивая 55-е камни и камни чуть поменьше, добраться в самый угол. Вот еще один кактус разбиваем. А также нужно еще 55-й открыть. Есть еще один кактус. Ну, то есть вот это вот задание, оно вроде бы простенькое, но как-то сложновато происходит расчистка в этом месте. Но, тем не менее, разбивать все-таки придется все объекты в этой пустыне. Поэтому, друзья, постепенно продвигаемся и продвигаемся, находим еще один кактус, разбиваем еще один камень, и это уже пятый сундук находим, который нам дает ремкомплекты, необходимые для того, чтобы караван починить. В верхней части вот этого участка территории еще находим один кактус, разбиваем, но по-прежнему задание пока еще не выполняется. Помощь опять же набирается, и еще несколько 55-х камней придется разбить, чтобы все-таки добраться до оставшегося кактуса и наконец-то все-таки эту микстуру для бедной собаки Корианки изготовить. Микстура готова, теперь задание, что у нас остается? Вылечить Уголька. И теперь отдаем микстуру этой бедной собаке, она выздоравливает, встает на ноги, Корианка благодарит Альберта, и он говорит, что теперь мы можем на этой локации производить лечение различных животных, и у нас есть собственный, так сказать, доктор Айболит. Вроде бы задания кончились, ничего здесь сделать нельзя, ну, может быть, я что-то пропустил. Если кто-то нашел, что можно какие-то ингредиенты для каких-то энергетиков делать или что-то наподобие, подскажите, это будет, в принципе, какая-то помощь тоже определенная. Но я ничего вроде не нашел пока. Открываем еще один ящик, вылетает ремкомплект, последний, это уже шестой. Ну и починить караван. Теперь Альберт может снова привозить лекарства и продолжать лечение животных на локации, на этой новой. Вышки. Вот он, станковый ремень вместо каркаса почему-то поменяли здесь. Ну, в описании, по крайней мере, немного по-другому. Ну и также всего лишь один вид нефти можно добывать. То есть, друзья, смотрите, какие нужны ресурсы, завозите 4 комплекта и 4 вышки какое-то время поработают, запас нефти определенный на складе также появится. Ну и не стал я их все показывать, просто последнюю сейчас пару стадий возводим, задание выполняется, подарок улетел на склад. Нужно будет теперь ветер и жесть завозить, чтобы все оставшиеся ресурсы получить.
Ну, идем наверх, сейчас за 75% получим еще подарок, чтобы уже какая-то часть локации была все-таки расчищена. Подарок огромный, тоже скоро его разобьем, улетает на склад. Ну и вот так выглядит 3/4 расчистки. Можете видеть, что больших объектов еще вырубать достаточно много. Ну и по затратам энергии, я не знаю, сколько, в принципе, можно насчитать. Но 1030, скорее всего, эта локация, наверное, потянет. 99% это последний кусочек видео уже был записан, где дочищаем локацию. И жаль, что динамитом не дали вот эти статуи разбить. И там еще какой-то ящик или коробка была. Тоже ничего здесь больше не разбивается. Локация дочищена. И единственное, что можно, вот попродавать какие-то фонари, лавочки. Ну, посмотрите, полазите, что можно продать. Ну и, как и уже говорил, вроде бы ничего здесь сделать больше нельзя. Если кто-то что-то нашел, какие-то секреты, пишите, делитесь в комментариях. Все, летим домой. Остается нам всего лишь разбить подарки за расчистку. Их будет 4 за расчистку и 2 за задание. Подарки, можно сказать, тоже зачетные в этот раз. Так что все 6 сейчас пробегаемся быстро. Персонажу даем команду разбивать все подряд. И 6 небольших фейерверков некоторое время понаблюдаем. Интересная, прикольная локация получилась. Быстренькая, простенькая. Дали немного разработчики отдохнуть нам. Никаких вторых уровней. И поэтому вот такое небольшое приключение получилось в нашем очередном обновлении. Подарки улетают, изумрудов много, удобрений, руда, уголь, глина, все отправляется на склад, яблони даже высыпались, энергетики, ну и из последнего подарка довольно долго выпадают все оставшиеся ресурсы. В конце еще изумруды, ну и сейчас посмотрим, какие две постройки получилось нам из этих подарков еще заработать. Уголек. Не пишут, что это такое. Ну, ставим. Ему нужна земляника, и через сутки он нам принесет какие-то ресурсы и энергию, видимо. То же самое, в принципе, происходит и с караваном. Можно сразу забрать подарок, 1 из 10, но нужно было этого, конечно, и не делать, потому что энергия вроде бы сейчас уже ни к чему набирается. Но, тем не менее, вот так происходит. 50 энергии и 1 изумруд, это выпадает уже из каравана. Караван тоже можно через сутки еще раз собрать. Так что, друзья, по подаркам и по двум постройкам, в принципе, локация получилась достаточно интересная. Продолжаем играть в Клондайк, продолжаем добавляться в друзья ВКонтакте. Не забудьте поставить лайк и подписаться на канал, если видео вам понравилось. Удачи всем, друзья, и до новых встреч на канале.